Привет, друг! Как твои дела? Меня зовут Макс Саныч, я представляю твоему вниманию свой жизненный путь. В книге собраны все мои ошибки и падения. Но несмотря на все, я придерживаюсь своего пути. Это путь воина без страха и мусора в голове. Книга называется «Беседы современной молодежи». Проверена на практике, лайфхаки для тех, кто держит доску объявлений на просторах интернета. Я, как бывший веб-менеджер моего товарища, рекомендую Саню как профессионала сайтостроения. Адрес странички ВКонтакте 3160-5878. Итак, Corporation Books Max Present. Аудиобук «Беседы современной молодежи», рассказ номер 19. Саня, ты сам выбрал свой путь. В качестве видеоряда я представляю твоему вниманию съемки города Харьков осенью. Красивая набережная, красивые ивы. Ух, красота какая. Сам, короче, смотри, Харьков – это моя личная видеосъемка. Профессиональная видеосъемка. Итак, рассказ перенесет тебя 8-9 декабря 2013 года. Привет, Саня! Привет, Макс! Да? Спросить хотел. Про сайт музыкальный был же. И что будет? То есть? С нашей музыкой. Так, а что мы, что-то разве что-то записали? Что-то надо записать. Есть же Торнопарт. Я, ты, Тёмка, Оля, Жора, Гнида. А-а-а, ну так это же старое, оно в сети уже давно есть. К тому же ты ж сам знаешь, что на не все так классно тогда было. Денежек бы подзаработать, да пойти в студию поиграть бы. Скучаю я за этим делом. Все долбанная жизнь забрала, даже нашу отдушину. И почему-то против нас выстрелился, только непонятно почему. Что же мы сделали такое, что нам приходится на все это рассчитываться? Как-то несправедливо. Мое примечание. Саня задает в жизни неправильный вопрос. Не почему, а зачем, надо спрашивать. Я уже понял почему. Могу тебе подсказать. Извини, купался, ужинал, посуду мыл и стирал. Наконец-то ПК подошел. Бывает, ничего страшного. А кстати, у меня есть идея. Какая? Я в целях учебы по программированию могу сам сайт сделать. Конечно сможешь. Что мне надо для этого изучить и попрактиковать? Можешь помочь ссылками? Я решил серьезно за это взяться. Конечно, кстати, можешь продать пробные диски тут. Где? Сейчас скину 5 сек. Вот ссылочка, shopstore.com.ua. Тут можно создать магазин бесплатно. Кстати, я тоже хочу добавить в наш проект что-то подобное. Сейчас программирую все для этого. А как насчет порепетировать? Это можно на выходных. Как у тебя будут свободные часы и деньги для этого? Много не надо. На этих выходных точно вряд ли. Мне завтра в долбанный ресторан один ехать на переговоры по разработке сайтов. Если не за заплатят, то придется поработать. Хорошо, я с удовольствием. Материал подготовил, в принципе, есть. А так, очень хочу поиграть. Хорошо, удачи. То, что надо. Желание — это самое главное. Даже не представляешь, как хочу. Поиграй, Максим, по-любому. Хочется расслабиться. Давно уже мы не играли. Примечание мое. Так мы нихера не поиграли. Одни обещания, но видно, желания нету. Естественно. Естественно, мне вон писали в пятницу, в субботу вчера. Были концерты, денег нет ходить, чтобы оторваться по полной. Матери вчера последние 200 гривен отдал на той неделе. Ни одного диска не продал. А я вчера 500 потратил. Примечание, лучше говорить не потратил, а инвестировал. Пока на Укрпочте работаю за чистые 54 гривны в день. Блин, на базар ходил, покупал для семьи. Правильно. Я трачу больше, чем зарабатываю. А я работаю за 54 гривны в день. Ты можешь себе это представить? Уже самому долги получаются. Я вообще не представляю, как ты это выдерживаешь.
сука, ебаное государство. Вообще, блин, нас за рабов держит. Рабы, наверное, и то больше свободы имели. Их хоть кормили, а нас, сука, даже если заболеешь, так хуй кто накормит. Заебало все просто, пиздец. Блин, вот это... За что нормальным людям такое? А каким-то гандоном все несправедливо. Вот, Саня, в чем наша ошибка. Скинул ссылочку на YouTube. А вот классный тренер успешных людей, Саня. Не проходи мимо этой ссылки. Это поможет тебе в твоих проблемах. Они такие же, как и у меня. Вот еще ссылочка на YouTube. Саня, ссылки напишешь, чтобы я сайт сделал. Ссылки на то, как... Что мне понадобится для создания сайта по музыке, на чем-то учиться надо же. Вот есть цель, буду ее достигать. И не буду тебя отвлекать на благотворительность. Твоя благотворительность будет состоять в том, что ты поможешь мне ссылками и подсказками, одно дело делаем же. Ну потом я, правда, сам скачал, нашел такого Михаила Русакова и сделал сайт. Да. Сам лично по этим самым, по... На ютубе скачал эти какие уроки и по урокам сделал сайт этот дурацкий, блин, вот. А потом, короче, не было денег, чтобы его на хостинг, на домен поставить, это ж платить за него, это ж не актив, это пассив, короче, хуйня, не сайт, ну нахуй, блин, толку с него. Сейчас есть другие платформы, где можно за деньги свою музыку продавать. Итак, друг, ты слушал рассказ номер 19 и смотрел мое красивое, захватывающее дух видео города Харьков. Подписывайся на мой канал, каждую субботу выходит мой рассказ. Сегодня суббота. Желаю успехов тебе, Максим Вехов. Пока-пока. Подпишись.